Рэла, конечно. Все, давайте, подходите. Так, вот, спекайся в холлика. Так, единственное, что от вас требуется, это отбегать от притяжки, прятаться за склепом от бомб, стопать дамаг по глыбам на переходках, когда у них по 200 тысяч. Не стакать на третьей фазе. Ну да, можешь, только если кто-то будет еще ролить, и этот человек не получал виш, то я отдам ее ему. Чански, ты тут? Пакость Пельчанский, Поклонский. Пакость Пельчанский, Поклонский. Альфа, респекайся, хила убьем без него. Че время зря терять? Дайте МП5 по друидам, пожалуйста. О, МП5. Да, Изабелла, поставь фару сосредоточенности. Альфари готов. Чек на пол. Все. Заходим. Запускаем босса. Герси МСС на эксплоужен повесим. На второй фазе так вообще не делайте, выбегает влево, вправо. Лоб, не выбегай влево, там Синдрат дышит. Я не помню. Подскажите, пристам, что-то можно делать, чтобы на освобожденка не стакалась? Я не помню, что. Здесь не надо ни... еще делать, отбежали. Не стакай просто. Это босс просто убивается на изи, если... Все будете делать то, что я говорю. Никто не умрет. Так, выносим метки. Между метками держим расстояние. Потом сразу прячемся за метками. Так, смотрим, куда падает бомба. Слева падает бомба. Метки до 200 тысяч, без дот. Подбивайте. Молодец. Давайте, глыбу слева 400к. Спереди 400к, по центру падает. Справа фул. Бейте глыбы. Я не говорил, что вообще стопать. Бейте глыбы до 200к. Справа бейте глыбу.
Сливайте все глыбы быстрее. А то мы вайпнемся здесь. Давайте спрям, отлично. Так, эксплозион, подними лилию. Вставай. Давайте рост. Бафните приста. Каску, лапу, интеллект. Притяжка 5 секунд. Отбежали. Этот шум все слышат, да? Сейчас отключу. Так, а в доту ли синдром сейчас залетит? Нам не хватает 6 лямов. Выносим метки опять вперед. Неплохо встали. Хотя нет, херово. Сзади падает глыба. Ой, метка, отбежали быстрее. Вы что, не видите? Лилия, в чем проблема? Два раза падаешь. Бейте метки пока. По центру падает. Не ставьте вот так глыбы, это по конченому поставили, конечно. Опять сзади нас падает. Отбежали от босса, сливайте метки. Шипик, гимн отхил давай. Гимн отхил давай, быстрей. Где гимн отхил? Да, пиздец. Аплбокс, подымай Вериальди. Вериальди, подымешь монаха. Монах, вставай. Баф или рейд опять. Фулл баф по рейду. Пристабав лапу, интеллект, каски, крест. Притяжка сейчас будет, отбежали. Минус 3 потери из ничего. 2 хила освобожденной магии. Сейчас будет фаза. Никто вот сейчас не выбегает вправо-влево, если на вас дебаф, тупо стоите 30 секунд. Так, Вериальди под босса. Милики отошли в РДД зону. С эту метку слить. Следующий под босса, полбокс под босса. Под босса, милики отошли. Милики встали в кружок, будет притяжка, никто не улетает. Встали в кружок и ждем притяжку. Беги, малышка, беги. Отбежали, не бить метку пока, не бить. Сливайте метку. Под босса. Под босса. Милики отошли. Метку слить. Слить метку. Следующую под хвост. Шедумор вправо унеси. Милики, бейте босса. Блять, это неправо. РДД сыграли метку. Милики босса. Следующую под босса. Альпич под босса. Тучку прожми. Милики отошли в РДД зону. Скидываем сейчас все стаки. Скинули стаки. Сливайте метку. Под босса, Таргарин, прожми АМС, милики отошли, метку не сливать, притяжка. Стоим в кружочке. Беги, малышка, беги! Сливайте метку, Дилайн, под босса неси. Милики отошли, милики отошли. Метку слить. Сливайте две метки, следующую вправо выносим.
Вот хил вправо. РДД сливайте метку. Мелики босса бьем. Слили метку слева. Следующий под босса. Изабелла под босса. Там и стой. Мелики отошли. Левее чуть встань. Слили метку, скинули стаки. Ну слева слейте метку. Ё-моё, РДД. Чё вы дрочите? 10 штук РДД. Под босса неси метку, последнюю под босса. Притяжка сейчас будет. Метку не сливать, ждем притяжки. Беги, малышка, беги! Так, в сторону метку. Забыла в сторону. Добили босса. Добили босса. ДС. Колено Милика. Коритель. Все, осталось чума. Никто не устал. Вроде бы нет. Диском? Не. Я вылетел. Так, один танк пока танчит. Я понял. Да, отходи. Добейте быстрее этого моба, который постучил на бомбу. Лок, поставь шкаф с маневара. Тыкните на шкаф. Долго идем. Дайте баф по вару. Да, отходи.
5 ШП у нас. Весовой ант. Господи, магию рейда. Это две ловушки было или одна? Две. Ну тогда пошли агрить вонючку. Отойдите от правой стороны, не сагрите прелесть. Прожались. Стаура выйдет. Дома этот ретрик отошел один. Стоп, подожди, а Певчанский вообще не приходил? Ты где, Певчанский? Так, вылез трэш, маги кольцо льда, нифный дес. Ленточка там упала. Рольте ленточку. Чек на пол. Точнее, просто АФК. Печанский, поставишь в центре тотем на силу природы. Знаешь, такой тотем? Поставьте рыбу. Теперь скажу, кто на раньше ходит. 5 престов. Лилия, Альпич, Вудхилл, Монах, Шипик. 2 совы, Вериальди, Аплбокс, Кантер, Делайн и Протопал. Чек на пул. Оу-оу, не пуляйте босса, я случайно. Это не тот макрос. Тригарин, ты тут? Дайте. Или дай по себе сама пристабав. Каску дайте. И крест по пристам. Кто на рейнже? А ты кто? Монах. Ну ты на рейнже, переседа на рейнже. Че ты спрашиваешь? Пять престов, две совы, кантер, протопал. Так, дал крест тебе. Все, макрос на пол теперь. Давайте, рост. Перебегайте за спину, если босс блюет на вас. Так, перебежали за спину, Рэд, не напрягаем хилов. Смотрим, где разливаются лужи. Хорошо, встань под босса, пожалуйста. Шам, что ты там делаешь? Встань в одну точку в рейде. Второй шаман то же самое. Ривен, встань под босса. Перебежали за спину. Чего вы такие тугие какие-то?
Так. Опять лужа. Смотрите внимательно, отбегайте от лужи. Дистанцию постоянно держим 8 метров. Прибежали за спину. За спину перемигали и домашься дальше. Опять лужа, смотрим. Давай, на тебе метка. Так, перебежали за спину. Большой слизень в мелизоне, забери. Так. Не своди, главное, с мелкими слизнями. Перебежали за спину. Войтхилл, отойди от протопала с большим слизнем. Роллинс, прожми кош. Шипик, прожми. Ладно, ничего не прожимаем уже. Хильте весельчака. Перебежали за спину. Шедемор, выходи на рейндж. Перебежали за спину. Сейчас будет, скорее всего, большой слизень под боссом. Смотрим, будет или будет. Сейчас, наверное, будет. Так, Шедемор, все равно выходи на рейндж, там сова вылетела. Если я у большого заберу, будет взрыв. Сейчас смотрим. Забирай большого, перебежали за спину. Прожми сакру теперь. Белла, прожми бабл. Бабл прожми. Бабл прожми. Быстрее. Ой, бля. Какие-то вы слишком туговатые. Ужасные новости, народ. Ты всегда объяснишь, когда тебя просят что-то сделать. Странно, правда? Он оставил море с шаманой надо. Круизы. Ого! Да я понял! Потрясающе! Кольцо на кота, кого-нибудь еще, эти робота, не знаю. На офф спек можно, да? Да, рольте на офф. Двадцать два шестнадцать. Давайте быстренько все сделаем. Поставил метки, кружок, квадрат, туда сносим споры. Метки гнили. Протопал, прожмешь сакур. Это все, что надо знать на этом боссе. Чек на пул. Изабелла. Макрос. Дистанцию только держите. Это заклинание.
Две споры. Отнесите кто-то один с мили-зоны. Так нельзя делать. Да, спора взрывается, получается дебаф. А если две споры, то это двойной дебаф. Зачем в конце еще одна спора отошла с мили-зоны? Саку. Будьте осторожны, не такое уж оно. Папочка, мертвец! 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 Да не знаю, Лин, ты умираешь на каждом боссе, ты так не везет, наверное. Так, все, начались нормальные боссы, где нужны мозг и тактика. Штаны на ШП Лука. Поезд на танк. Перчатки на ретрик обисовые. Я думаю, диски выпьет, а то и жопа. Так, ладно, начнем с простого. Протопал, ты знаешь, как пить лужи, замедлять слизней? Хорошо. Потому что на первой фазе наступать дамаг, ждать зеленого слизня, этого слизня не замедлять. Замедлять только на переходках, ну и дальше всех остальных. Так. Герси. Кидаешь проклятие косноязычия на зеленого слизня. Потом, если вылазит зеленый слизень, мы встаем в метку, которую я повешу, на переход, который самый. У кого будет зеленый дебаф, все к столу. Ты, ШП, не маги, там маги. Плевать мне на ваши блинки, на тучки, что вы там можете соло побить и выжить, неважно. Все сбегаемся к столу или в метку, которую я повешу. Так, хилы. Вы не сбегаетесь в цель зеленого, отбегаете позади нее, становитесь и захиливаете рейд. Что там еще? Ну, наверное, про пельмени, там про колбы. Все это элементарно, вы знаете, как чему передавать.
Нельзя возле колбы стоять долго, потому что ты умрешь. Колба взорвется, получишь урон. То же самое от пельмени. Если у нас не будет хватать дамага или хила, то скорее всего придется вас менять. Тех людей, которые будут давать низкий ТПС или не, знаю, не переключаться в слизни. Как-то так. Хреново, что у нас один лок и один ретри, который может дать бог. Поставьте рыбу. Не, пока не надо. Если что, замена есть. Отец халдец, ты в РК? В WhatsApp ты тут? Вот, если что, есть хилый ретрик, который заменит вас. Так, чек на пул. Все готовы. Кулак. Не забыла, дай кулак. Весельчак, иди пистол. Так, не стакан тупо. Что-что? Не стакан тупо, да? Не, забей на это. Ход эти куклы, что было рага. Покажу, когда стопать. Передавайте нормально. Чему не стойте в лужах? Да, забыл сказать, милики, если вас откинет зеленый слизень, вы в него не бегите, избегайтесь в РДД зоны. Все стоим в кружочек, милики. Стопайте по профу. Стоп по профу 5% до переходки. Ждем зеленого слизня. РДД на максимальной дистанции зеленого. Потом сбегаемся в цель зеленого, если что. Так, стоп по профу. Бьем все зеленого слизня. Милики встали в кружок в одну точку. Вас должно откинуть назад. Бежали, короче, отбежали в РДД зону, милики. Встали, череп. Добивайте. Вот лок, вот так на переходках вообще не делай. Так, зеленый к столу. На ком зеленый добав к столу, на ком красный добав, начинайте бить уже красного. Ты красного не замедлил, пал. Будет замедление красного или нет? Захиливайте рейд. Сбежались в череп. Череп, сбежались. Смена цели красного. Милики отбежали. Блин, у меня боб КД уже. Добивайте красного. Так, отлично. Все живы почти. Дайте бафы по элему. Бьем профа. Пельмени отбежали. Лево, право. Лужи отбежали. Сейчас будет колбы. Тут тоже отбегаем. Сейчас появится красный слизень. Полбокс, подымай Изабеллу. Хай хоть дамаг какой-то будет. Отбежали от пельмени влево, вправо. Вставай, Изабелла. Не встанешь, я тебе сейчас прямо меняю. Играем в красного слизня. Все в красного. ДПС что-то маловато у нас. Колбы сейчас будут. После колбы идешь к зеленому. Так, отбежали от колб. Лужу возле профа тоже бей. Сейчас будет зеленый слизень. РДД на максимальную дистанцию. Встали. Идем зеленого слизня. Смотрите, там сейчас пельмени будут. Отбежали влево-вправо. Встали в кружок, милики. Бьем зеленого слизня. Так, сбегаемся в череп. Кружочек встали, милики. Кружочек. Захильте череп. Милики, не бежать на зеленого слизня. Не бежать на зеленого слизня. Все, добили. Бьем профа, короче. Лужа в воздухе. Видишь, где лужа? Иди допивай. Возле колб не стоять. Отбежали от колб. Не стойте в колбах. Там проф сейчас не может двинуться. Красный выходит. Милики, милики, пока в босс РДД в красного, пельмени, смотрю внимательно, отбежали.
Так, стопаем по профу, стопнули 4%. Всех красного сыграли. Все, переводим профа 3%. Колбы отбежали. Давайте больше дамаги. На ком будет зеленый дебаф, все к столу смещаемся. Лилия, давай гимн на ману. Шаманы тотемы. Дали рост. На ком зеленый дебаф к столу. Все, раздали цели. Шипик, ты, короче, просто полный аутист, походу. Отбежали от зеленого слизня. Сбежали все в череп. Монах, сейчас гимн отхил даешь. Отбежали милики от красного, отбежали, у меня нету бопа. Шедеморн, блин. Прожми, блин. Все, играйте в профа. Каким-то чудом один человек только упал. Я просто нету слов у меня на это. Отбежали от пельмени. Отбежали от колб. Как так вообще? Да подожди, так, Габи. Если что, я дам диван. Оба отбежали. Набивайте быстрее. Сейчас будет 4 стака. Ну, не будет. На все, хотите прикол? Ретрик забрал бесовый пояс, бесовый плащ, бесовые перчатки, пошел вагоном. Да никто не, никому не нужны вещи. Покритель. Сейчас мы на лече побыстремся. Зов не идет на танка. Надо было писать в РК об этом, что именно ролишь зов, а не другие вещи. И печенька, по-моему, забрал еще. Так. Да, но ты ролил, по-моему, шлем или... Но ты его не сролил. Сейчас ты говоришь, что тебе надо зов ролить. Шлем был на танка, и зов идет на танка, чтобы лучше держать агро. Ладно, роли. Зов не идет на танка ни в каком случае. На протопала имеешь в виду? Да. Сколько уже раз объясняли, блин, не знаю, не в гильдии, наверное. У протопала нет обилок, урон которых зависит конкретно от урона оружия. Его урон сейчас обилок заметил, зависит от пластический хруст стоит. А что ты не хочешь пролить Митриус вместо зова? Это патологично. Нету. Так, если ладно, конкретно хочешь для агро, протопалу, вот конкретно для агро пушка, это теренаска. Теренаска для протопала? Ну, если ты говоришь про агро, из агро пушка на протопала максимально. Ну, это смешно. Теренаска. Ну, так. Половину атаку протопала тебе магически. Линкануть скилл, который бьет от оружия, или что, я не пойму? Линкани. Ну, я не вредил. В чате уже линканули. Какой?
Какой он линканул, скажите? Молот праведника. Читай его. Читай, вот прямо сейчас, в РК, читай описание. Величина наносимого урона равна урону в секунду от оружия в правой руке. Все? Урону в секунду, это что значит? Это означает урон, который идет белым написан на пухе. Понимаешь? Нет, это урон в секунду, который написан на оружии. Вот посмотри на оружие, там есть в скобочках урона в секунду. И посмотри потом, сколько на Зове урона в секунду, сколько на Митриусе урона в секунду. Так на короче, Васоправ, но сейчас не об этом. Не надо ретрить. Пойдешь ретриком, Васоп? У меня КД, я на Валю заходил. Изабелла слакает. Можешь Майн зайти. Там же Акурес. Но у него КД на ретрике. Я просто, ну, этот 5.8 ретриком. Альфари, заходи на ретрика. Ну, протопал, серьезно, я вот без шуток тебе говорю, Теренаска это максимальная агробия протопал. Это я тебе серьезно, ну, либо прилив. Там урона в секунду больше. Нет, там скаляться от СПД, скаляться от СПД для заклинания. Половина скиллов зависит от СПД. Так, и процент скаляции от СПД очень высокий, поэтому очень сильно увеличивает урон способности СПД. А где у паладина не хватает? Правосудие, печати. Ну, не знаю, но этот человек, видишь, говорит, что ему не хватает этого, поэтому он себе хочет. Я ему говорю, что Зов это бесполезная пушка на протопала, абсолютно бесполезная. Так, сейчас, Васап, заходи на кого-нибудь. Могу на Рогу зайти поставить. Заходи на Рогу. Сейчас Эльфарин ретрика зайдет. Так, что у нас? Веселочка, ты танчил раньше трэш на личи до спиньер? Хорошо. Так, потом, что тут еще? Начнем с самого простого. Кто не убивал лича в 10 оп 25N? Кто первый раз целка 25 Герри? На лича именно. Чтобы время не терял. А, так, ты Певчанский, для тебя до хила 10 Герри ты был? Ну, значит, тактика та же самая, только три вальки. Просто слушай, что я говорю, и захиливай волной исцеления танка, когда по нему идет дебаф, жнец, душ на БДК. Отдавай чешку. А, у тебя нету чешки. Цепуху на переходках там. Цепуху в комнате. Сангвини, бафнишь кулаки, поставь шкаф лок. Сейчас распределим станы и начнем. Там больше ДПС будет. Че, ребята, джипса ни у кого нету? Перепнять. Не, нам надо стан, оставайся ровой. Так, раз, два, три, четыре, пять стана будет только. Лучше котом зайди. Хотя ладно, оставайся, пять станов хватит. Чек на АФК. Пакость. Ты тут? Ты сможешь подиспелить чуму? Ты знаешь, как диспелить чуму? Пакость, ты тут? Нет, ну, шаман кастует волну исцеления 1.5 секунды, а ты кидаешь щитки. Ладно, я подиспелю. Так, постан. Так, я кружок станю, сангвини ромб, веселочка трусы, это первая волна валь. Потом идет вторая волна валь, кружочек злобот, ромбик роллинс, трусы веселочка. Стан должен откатиться у тебя на вторых валях. Гир 7, кидаешь проклятие костное
различия с пула на лича, на переходках на духов. Да, Рулин, все верно. На вторых вальках будет осквернение. То есть идет сначала первая валька, потом осквернение. В этот момент человек с осквернением должен выйти к порталу, остальной рейд от него отбежать. Я это все буду говорить. Так что слушайте внимательно. Если что, там сакра по КД и все остальное. И еще, если кто-то разлил калич на осквернение, вы из него не выпрыгиваете, вы выходите из него. И пакость. Щитой очень хорошо рейд, особенно перед осквернением. Потому что когда человек под щитом и он ходит в осквернении, то это осквернение, но не становится больше. То есть пока урон не получает этот человек. Так. Там мало станет в кратче. Ну, видишь, херово, паладин. Наверное, станет третью. Ну, второй. Так, что еще? БДК у нас танчит лицом к РДД зоне лича. Так что, мелики, вы просто боком отбегайте от ловушки. Это надо будет за током, если кто-то умрет на... ну, улетит от ловушки. Все верно, лок. Чек на пул, погнали. А, ну да, я ж квадрат, я в мили-зоне буду стоять. Шаманы, поставьте тотемы в квадрат и обновляйте по ходу действия, как будете двигаться к платформе. Так, звезда на шейном морне. Да, да, я понял. Смерть, Артас, более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. РДД, уйдите в другую сторону. Чего вы здесь стали? Мелизона в квадрате. РДД в звездочке. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя. Ну, жопой танчит, ладно. Давайте в квадрат, милики, в одну точку и параллельно выходим с ловушки. Просто вправо. Смотрим ловушку. РДД ловушка, перебежали. Чума, 5 секунд, смотрим. Шарк еще вылазит, забирай. Одна секунда, чума. Дилайн, вынеси чуму. РДД ловушка, перебежали. Веди параллельно рейду шаркаря вправо, чуть смести его, чтобы мы по центру, ну, чтобы слева милики были, а справа РДД. Ловушка не, на не миликах. А, не-не-не. Шипик, встань в РДД зону, не путай меня, Лили, выноси чуму. Это долго выносишь. Мелики, ловушка, перебежали. Дальше отведи трэш. Может чума перекинуться. Ловушка, 3 секунды, смотрим. Шарк еще вылазит, забирай. Мелики, ловушка, перебежали. Чума, 2 секунды. Чума, 2 секунды. Пакость выноси. Ну, блядь, как вы выносите, это пиздец, конечно. Ставьте в одну точку, несите на лед просто. Милики отошли. Проводи дальше, протопал. Не туда, в другую сторону веди трэш. Ловушка, 2 секунды. Одна. Все на край, идем, протопал, на край веди трэш. Ну ты не туда повел, в другую сторону. Да я не пойму, веди дальше. Куда вы побежите? Ну видишь, где квадрат стоит? Даю каплю на весельчака. А, шурупец, давай в мобов, чаржнись и все, пробежи. И блять, и в трэш. Пакость, давай гимн на ману. Шаманы, тотемы.
Да, что с РДД рейндж наберите, дополнительный урон получаете. Так, все сейчас становимся в звездочку. Ни лево, ни право, в одной точке стоим. Не как вы сейчас дрочили на первой фазе. Кружок, стил, сангвини, ромб, трусы, веселочка. Нет, следующий дух. Паладин, заберешь духа и будешь вести параллельно рейду, чтобы он не дыхнул, не дай бог, в рейд, и мы не умерли, ты понял? Давайте. У нас 8 секунд, чтобы добить этого духа. Если собьете каз, будет великолепно. Протопал, ты тут вообще? Все, добили. Встали в звездочку. Тотемы обновили. Тотемы в центр. Встали в звезду и играем в вальд. Бля, кружок схватило. Злоба, стань кружок. Через кружок играем. Я застаню вторых валик. Через кружок сыграли. Осквернение с центра, все вышли. Шейдумор. Все с центра, выходим, когда бьем валь. Давайте, в ром быстрее. 200 тысяч. Дали рост. Становимся опять в звездочку. Все в звезду. Я кружок, Роллинс, ромб, трусы, весельчак. На первых валик мы остальные выносим к порталу налево, остальное рейд вправо. Так, вышли, вышли, лево-право. Кружок сыграли. Роллинс, ромб, стань. Через ромб играем. Ромб слить. Стальной отпускаем. Все в лича, с центра все вышли. Сейчас будет осквернение. Подожди. На край веди лича, на край веди лича. Осквернение сейчас будет. Вдруг на тебе осквернение кинется, это будет жопа. Так, все в центр. Давайте, в звездочку встали. Кружок злобот. Звезду встали. Плевать, где лич стоит, просто в звезду встаньте. Кружок злобот, ромб сангвини. Трусы веселочка. Раздали станы, играем в ромбик. Через ромб сыграли. Кружок куда-то полетел, непонятно куда. Играйте, все хвалят. А, не, все правильно, не полетели. Давайте, кружок добить, 200 тысяч. Трусы добить. Сакру прожми, гимн отхил дать. Блять, ну что это же? Я не сказал про осквернение, и ты залил его. Ключанский, давай камень Даларан. Даже на нем осквернение было. Вопрос не то, что да. На нем осквернение было, а вопрос, почему хил стоит в мелизоне и заливает осквернение. Кто стоит? Почему хил стоит в мелизоне и заливает осквернением? Че это за хуйня? Ну, хил, блин, с краю стоят, кастуют всю буху. Раньше хила 36 метров. Раньше тотема, даже если он ставит 10 метров, он что, даун? Звёдет шамана 6К и не знает, короче, своих способностей. Хорош. Да, у нас хила нету. Ладно. Давай еще один шанс тебе. Получаешь ГП, завай про это. Я не должен объяснять вам основы, как играть. ДД не должны стоять в центре, когда осквернение кидается. Они не должны стоять в мили-зоне, когда осквернение кидается. Сейчас, короче, было... Три волны валик, мы только одну унесли. И тут наш шаман подосрал нам все тупо. Жесть. Да, паладин.
протопал, заходи, я покажу, где именно надо танчить трэш. Рейд слишком близко стоял, и чума перекидывалась на рейд. Я хотел отвести подальше. Я понял. Короче, я сейчас буду палить, то чуму выносит херово, это Лилия и кто там, пакость. Должны стоять в звезде. Мне не сложно вести его тупо назад, но они слишком близко были. Ну это не твоя проблема, просто веди вот так параллельно. Короче, по этой линии. Справа РДДЗу, на слева Амелики. И вы не такие тупые, надеюсь, что и просто надо одно. Встать в звездочку и вынести чуму. Вы да. В конце будете направо идти или налево? Мы идем налево. И... Вот видишь, нет, это лево. Сейчас вы пошли направо. Ну смотря как смотрите. Я понял, для тебя спиной... это право, для меня просто лево. Ну значит туда внесешь. Все, трэш. Просто все по-разному, я как-то не понял, куда идти. Ати бафы. Короче, в РДД зона, не дрочите мозги нам. Стойте в одной точке, а то вы рассосались как-то. И на человека, который сзади всех стоял, кинулась чума, и пока он ее донесет, ее надо уже диспелить, эта чума перекинется на другого человека. Не делайте такую хуйню. Explosion, ты тут? Печанский, в следующий раз за такое скринение еще 1000 ГП получишь. Есть символ гнев небес, веселочка? Нету. Вот это станут. И это тоже надо качать. Чек на бафы. Кто сейчас будет калечно выносить чуму? Минус 50 кролл. Я запомню все ники, не переживайте. То же самое со сквернением. Все готовы, запускаю. Неужели прибыли наконец хваленные силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Так, кружок стил, ром сангвини, трусы веселочка. А нет, сейчас подожди, давайте по-другому. Злоба, ты кружок, ромбик сангвини, веселочка трусы, а я на вторых валик уже на кружок застаню. А ты ромбик, Роллинс трусы. О, блин, не так. Ты, короче, кружок стань, а я ромбик. Роллинс, ты трусы станешь, вторая волна. Злоба от кружок, все волны. Я ромбик, вторую волну. Шаман, встань в звезду. Ты видишь, где звезда? Вы слепые? На вас надо кричать? Милики, ловушка, встали в череп. Забили на ДПС. Грамми чаще. Чума 2 секунды. Смотрим ловушку. РДД ловушка, верно? Да, да. Блин, что за баганый аддон? Так, ловушка опять сейчас будет, смотрим. Так, протопал, ловушка, все двигаемся, абсолютно все. Милики, РДД, выносим чуму сейчас. Дальше, приведи трэш. Все, оставляй. Аплбокс, выноси чуму. Ловушка, 2 секунды. РДД, ловушка. Так, кто там постоянно кричит? Так, ловушка, 2 секунды. Второй шарк еще забирай. Милики, ловушка, перебежали в квадрат. Сбили на ДПС. Чума, 3 секунды, выносим. Так, смотрим. Чему Роллинс, выноси быстро.
5% до переходки. После ловушки все на край. РДД ловушка. Проводи дальше трэш, чтобы мили-зона прошла в РДД. Будет чума и ловушка. Ловушка 5 секунд. Даю каплю и сельчак. После ловушки все на край. Все на край, ловушка в мили-зоне, отошли все на край. Чума 1 секунда. Applebox под спринтами, давай, верим, надеемся. Все. Так, Лилия, давай гимна ману. Шаманы тотема, рейндж все набрали. Хант, ШП. Следим за кинетикой. СС откадешился? Зашарит. Чего? За шарик. За шарик? Ну ты за кинетикой сказал. Это уже заебался, короче. Видите шарик? Да не проебите сейчас три раза осквернение, и мы убьем лича. Просто будьте внимательны эти 5 минут. Последний дух. Протопол, забирай духа и веди его так, чтобы он не дышал в рейд. Видишь, виск души. Добивайте духа. Сверху добить. Все, давайте все в одну. Ёпта. Что это было? Блять, это было виз души, падайте. Протопал, скажи, ты как вообще, нормально? Да, осталось 10к и тупо не добили, взяли, переключились. Я смотрю, уже умирает и побежал. Так не надо смотреть, надо смотреть только когда он умрет уже. И не поворачивать его рейд. Только об этом сказал, пиздец, блять. Что неясного в словах не поворачивать в рейд? На 10-ка, на 20. Насколько я помню, ты говорил, кто сладкое, там тот не рубит или еще что-то. Да, посмотрим уже, уже на луте решим. Сейчас чисто вайпы запало. Прошлый вайп за шамана.